Ну и, безусловно, не могу пройти мимо скандала Семченко и Муравицкого на News One. Как прокомментируете? Муравицкого, а Вырасня. Ой, простите, да, Вырасня. Мураева хотела сказать. Я вообще не понимаю, зачем Семченко ходит на канал к этому ублюдку Мураеву. Неужели кто-то не знает до сих пор, кто такой Мураев? Я рада, что Семченко наконец прозрел. Угу. После того, как Мураев поступил со мной, лично у меня никаких иллюзий насчет него не было. Я всем рассказывала, что, ребята, вы еще увидите, какая это тварь. Расскажите нам. Это политпроект Порошенко для иной целевой аудитории. Я поражаюсь людям, которые до сих пор это не прохавали. Ну, расскажите, если это возможно, подробнее, если хотите. Не в курсе истории, как я была ведущей Умираева на телеканале? Нет. Отпахала 2 недели. Вот, все было нормально, все хорошо, рейтинги чудесные. Потом что-то там ему бахнуло в голову или кто-то ему что-то сказал. Была подстроена провокация, пригласили Тарасика Черновола. Ну, Тарасик в своем репертуаре начал орать, как потерпевший, что и меня, и Кацабу надо расстрелять, потому что мы предатели, шпионы и враги народа. Я ему посоветовала закрыть пасть, потому что можно же в голову огрести. Он начал орать, что вот там мне тут угрожают, и меня тут не любят, ушел из эфира. Угу. На этом основании Мураев заявил, что вот я такая вся из себя не сдержанная, и поэтому я эфиры больше вести не буду. Я, конечно, посмеялась, пожелала ему всех благ и сделала однозначные выводы, какая это мерзкая тварь. То есть, когда у него Ганопольский посылает нахуй людей в прямом эфире, обзывает, гонит на всех, когда у него там всякие Корчинские и прочая мразь, там, включая того же Вырасня, это все нормально. А вот я вот не имела права, короче, сказать Тарасику Черноволу, вот, чтобы он закрыл рот, когда он угрожает убийством мне и моему клиенту. Вот какая досада. Ну, ваша ситуация абсолютно зеркально повторяет то, что было у Семченко. Это такая... Ну, так вот поэтому я и говорила, люди, не ходите к этому отбросу и обсосу порошенковскому. А почему вы говорите Порошенко? Рейтинги. Ну, потому что это порошенковская шавка, работающая просто на иную целевую аудиторию. Он и Майданом подмахивает и делает вид, что он типа адекватный. А так нельзя, потому что сесть, съесть и костью не подавиться – это не та ситуация. Ну как можно одновременно и Майданом подмахивать и типа косить, что ты такой весь объективный и ты против войны? Ну это же несерьезно. Но есть куча лохов, которые на это ведутся. Ну, я вам честно скажу, что я всегда смотрю, ну, как бы давно уже его смотрю, мне реально нравилось, но я же не знаю вот это. Ну, тебе наконец-то дало основание думать, что это кусок говна. Беседа с Семченко, правда? Да. Ну, вот. Ну, я сегодня, Мураев же у меня и на стене написал, я была удивлена, что он Семченко называет провокатором. Меня он давно забанил. А за что провокатором? Он настучал на YouTube-канал Семченко. Угу. Тупо настучал. Человеку заблокировали канал. Семченко его просил, что отзови жалобу, разблокируй. Хотя сам факт жалобы вообще показывает, что Мураев кусок говна. Сам факт жалобы на канал. Это вообще смешно, потому что... Да. Не о чем. Семченко по-человечески попытался с ним договориться о разблокировке канала. Я слышала этот диалог. О чем там еще говорить? Какое там может быть двоякое толкование ситуации, простите. Стучать на канал, когда человек залил себе эфир с собой, это я не знаю, кем надо быть. Я понимаю, когда автоматом это чудит какой-нибудь там действительно крупный канал. Так а это... Россия один показывает, сколько вырезок показывает. Россия один блокирует, это правда. Они блокируют автоматом. Поэтому я, например, делаю нарезку и заливаю только на Фейсбуке, потому что тоже пару раз мне блокировали канал. Ну извини, ты сраный News One. Не, я ты говорю, что на России один, Мураева тоже показывают. Он же не подает жалобы на Россию один. Шарип показывает. У них кишка тонка, потому что ему как подадут жалобу, так и майка завернется. Угу. Медведчук обидится, ё-моё. Вот так вот. Здесь еще... Маня Савченко на канале вещает, ё-моё, он еще что-то о чем-то рассказывает, что он не Медведчуковский, хоть бы людей не смешил.
Ну, у него и Вересень рассказывает же, и там... Да, Медведчука это вполне устраивает. Путин же сказал, что он украинский националист. Вы что, не верите Путину? Понятно. Татьяна...